Всем привет, сегодня мы будем смотреть город Марка и, ну, Джонни. Что? Так, думаю, мы будем начинать. Что тут имеется? Так, тут есть, ну, квартирка, допустим, снимочная. Так, ладно, я сейчас сверху посмотрю, что за город, чтобы хотя бы знать, куда мы потом пойдем. Ну, получается, есть магазин еды, огромный дом, заброшенные дома, ну, и много домов. Есть автобус. И автобус. Так, давайте сначала начнем с самого вкусного, как идея. Еда, это всегда... Ой, вот странно, это еда. Там же написано «кушайте». Кто-то магазин оружия, сами оружие и магазины, патроны. Меня заскамили. Мне сказали, что тут еда, вон там наверху написано. Еда. А еды нету, тут только пулеметы это... всякие. Это еда просто, это просто реклама. Реклама вывески. Вот, блин, вообще заскамили жестко. Короче, меня тут не накормили, пошлите. А где тут есть еда настоящая? А, вон там неподалеку есть Макдональдс. О, вот тут вроде бы, да? Тут еще один магазин, где сидит вот этот молодой человек. И вроде бы он кассир. У него есть кирпичная клавиатура, и сувал, и бетонный телевизор. Крутой вообще. Так, тут у нас... Обалдеть, конфетки, а как их взять? Там есть банкомат, где можно взять это, а это не знаю. А что, нельзя взять? Ну, одну хотя бы. Достать. Что? Вон, конфетки. Блин, тут у нас полицейский, вы смотрите, какой, в каком костюме. Еще один кибермарк. И вы не можете вытащить одну конфетку? О, о, две. Вот, конфетка. А что на полу я такие не ем, нормальные. Сейчас сделаем столик. Столик-то зачем? Не знаю. Ладно, пошлите, типа мы покушали конфеты. Эх, да. Они падают постоянно, ну и ладно. Пусть другие люди из пола кушают, я не буду. Тут везде на полочках еда, вот тут можно купить напиток, наверное. А стаканов нету. Ой. Фанту, спрайт, колу и пепси. Тут есть выход, где стоит помойка. Да. Также огромный мешок мусора. И автомат с конфетами. О, а их можно взять? Сейчас. Автомат с конфетами, вот, погодите, я знаю, как читерить. Эх, зачем ты это сделал, ну ладно. Так, короче, одну конфету съели, пошлите. О, Макдональдс. Ой, где это я? Кажись, я не туда зашел. Тут все горит и вообще мне не сюда, да? Да, лучше обойти. Ага. Вот, вот я зашел. Вот. Макдональдс. Касса. Давай, полицейский кассир, иди, кассирщич. Вы тогда присаживайтесь. Так, я заказываю все, что есть. Правда, денег у меня нет. Сейчас все будет. А хочу что-то вкусное и чего-то много. Крутые тут бетонные салфетки вообще. Да. Замечательно. Где мой заказ? Именно. Я уже жду целую минуту. Эй, машина, блин. Кофе давай. Бутики. Или что ты там делаешь? Мы бутики делаем. Пока что могу соус только дать. Сейчас мы можем сделать... Мне соус без бутерброда не надо. Мы как-то сделаем. Давайте приготовьте что-то и вот на столик. Я пока тут побегаю, все поломаю. Ого, это что за дверь? Кажется, сюда нельзя заходить мне, но я сюда зайду специально, потому что мне сюда нельзя. Так, тут у нас туалет, я так понял. Раковина. Можно потом зайти. Кухня. На кухне есть тут открытый холодильник, а в холодильнике пусто. Даже капусты нет. Еще один что закрытый это? Холодильник, и в нем тоже, кажется, ничего нету. Перед закрытием. Перед закрытием Макдональдса сюда пришло много народа и много бургеров. Кажись, Макдональдс этот закрылся, и тут все съели, да? Угу. Весьма обидно. Это что? Да. Это, кажись, тут пончики мне делают. Это коктейль. Мы делаем коктейль. Коктейль? Это фритюр для картошки фри. Сюда, типа, ложишь картофан и залишь. Да. Так, я только... Технические неполадки, все упало. Ой, блин. Ты что с чашкой сейчас сделал? Сейчас подлечем. Что с чашкой сделал? Я из такой чашки не пью, которая без двух стенок. Тут, кажись, был бутерброд, сейчас правда, сделаем. Летающий. О, тут губку даже забыли взять. Краник. О, тут какая-то печка вроде бы поломалась. Да, тут они палаточки. Сейчас исправим. Так, тут везде соус, а это что такое? Соус и микроволновка. Давайте что-то микроволновить. Давайте я вам помогу готовить. Вам фанту или колу? Или что? Мне воду с сахаром. Воду с сахаром. Так, кажись, я знаю, что мне надо делать, пока никто не видит и готовит мне что-то покушать, я кое-что себе заберу. Я сделал воду с сахаром. Воду?
Да. Воду? Или воду? Ё-моё, морду, что? Давай, на стол, все на стол. Моё. Давай воду с сахаром. Только стакан какой-то дрявый внизу. И где моя воду с сахаром? Ой, а что на стене-то забыла? Ой, что-то вода с сахаром какой-то странный получается. Да. О, наконец-то мой заказ. Я сейчас все выпью. Все, готово. Заказ. Привет. Ой. Ой. Что-то я перепил немножко. Сейчас все исправим. Нет. Что-то неполадки. Что-то я в какую-то дыру упал. Надо лететь отсюда. Ой. Сейчас меня закрыли за кулисье, помогите. Вот, портал перевести. Нам надо туда. Давай. Может, и так сойдет. Опа. Так, где же моя вода с сахаром? Она... На столе. Так, я тут, даже мы так не смотрели, тут такой магазин какой-то, фиолетово-синий. Тут есть парковка с новостями, только я черточный шрифт не понимаю, к сожалению. Черточный язык, не первый раз я его встречаю. Это вот автобусная остановка. Не, да. а чё за черточный язык, чё там написано? Он же. Не знаю. Тут черточный написано, язык. Автобус приедет никогда. Ого, круто. Никогда это ощущает. Ой. А чё, там вода вроде выливается. Короче, мы покушали в Макдональдсе воду с сахаром, и теперь идем дальше. Так, Pet Shop, магазин питомцев. О, тут еще, кстати, вот этого дома... Pet Shop, он закрыт! Да, кстати, у этого дома красивые окна, вот я вижу, которые там. Тут технические неполадки. Разноцветные окна, и тут написано Емох. Емох, это что-то. Вот есть значок Макдональдс. О, он красивый. Так. Пошлите в Pet Shop. О, тут нас встречают красивые веревки. Ой. А, здесь кто-то проломил пол. Я, кажется, понял, кто это. Это были питомцы Хаги-Ваги. Вот только один из них слишком... Да, а там... Круто! Смотрите, это корм для кошки, а это корм для Ду. Какого-то Ду. Неизвестное животное. Г забыли дописать. Ду. Еда для делайте. Тут, кажется, Хаги-Ваги сбежал, ладно. Тут что у нас? Да. О, сюда можно зайти. Ой, а где это я? Тут лестница наверх. О, привет, а ты кто? Тут, кажется, он пол сломал. Это пасхалка. Райан, а тут какая-то, смотрите, маленькая дырка в полу. Ладно, пошлите куда-то еще. Ой, так, там вкусно мы покушали, нашли Хаги-Ваги. Куда небольшой идти? Спортзал. О, а это что такое? Е-гад-гет. Е-гаджет. А, гаджеты. Так, тут у нас компьютеры. Тут у нас есть ноутбук, разные. Телефоны. Компьютеры. Компьютеры, мониторы. А клавиатуру еще не привезли. Ага, кирпичную клавиатуру еще не завезли. Да, кирпичную клавиатуру еще не завезли. Тут у нас коробочки с телефонами. Так, стойте, погодите. Вы этот, идите по делам, я это, вы не смотрите. Я пару телефонов себе возьму, так, поиграть. Они мне пригодятся. Вы ведь не против, я возьму парочку телефонов. Тебе все. Мои телефоны летающие, крутые вообще. Так, куда мы теперь отправляемся? Так, в Макдональдсе мы уже были. В магазине еды мы были. Автомат конфетный мы уже заскамили. Да, заскамили уже. Теперь идем сюда. Ой, тут лестница наверх. Тут у нас что-то сидит. Тут спортзал, тут есть беговая дорожка. Тут у нас беговая дорожка. Еще одна. Коврики. Груша. Груши, которые не грушатся. Совсем. Да. Обидно. И еще одна груша, только уже чуть поменьше. Только она, блин, такая сильная. Смотрите, я сейчас каким силачом встану. Это сосиска на шпажке. Нет, это груша для вот таких гигантов. Только вот я даже такую не смог выиграть. О нет, такой великан не смог такую грушу маленькую передвинуть. А вот такой мелкий пацан сможет. Хоп, ой. Хоп, все. Ой, блин, ты какой-то огромный. Бежим, тут мутанты уже живут. Я слишком большой. Так, что тут у нас дальше? Куда идем? Crazy Store. Какой-то крутой... Тут у нас продаются вещи для Хэллоуина. Но они все запечатаны в коробках. Да, весьма обидно. Что-то тут все запечатали, к сожалению. Ну ладно. Так, о, тут еще один дом. А, это скамерский дом, мы туда не пойдем. Тут есть парковочка, также очень странная земля, которая переливается с камнем. Ладно, неважно. Сейчас мы идем к автобусу, который такой прям крутой. У нас есть один автобус. Сейчас откроем двери.
Я думал, через дверь вот так залезаем. И... О, двери неплохо так открываются. А как? Где? Нажал. Ой, ты меня забыл. А меня? Ого, у них тут стульчики, блин, комфортные. И ремни есть. И тут еще можно положить вещи в багажник. В смысле? Они открываются сами по себе. Погодите. О, багажник открывается. И здесь у нас что это? Вещи? Стойте, откройте, пожалуйста. Кто-то забыл. Я же говорил, зэки, вы поселитесь в этом городе. Хы-хы, я же говорил. Так, все. Зэков в багажник положили. Это мои гости. Сколько тут зэков? Они будут там жить, я же сказал. Еще один будет в автобусе жить. А нет, еще один будет управлять автобусом. Я, так, пожалуй, присяду. А зэк будет управлять. Так, идите, садитесь. Я знаю, зэк не умеет управлять автобусами. Да нормально, он сможет. Иди, 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 иди. Иди давай. Зэкобобус поехал. Зэкобобус. 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 Видите, зэк круто водит. Вот эту еще стенку уберите впереди. Вообще замечательно будет. Зэкобобус. Открыть. Открыть врата для Зэкобобуса. Зэкобобус, Зэкобобус, Зэкобобус. Мы упали. Эй, а меня забыть. Тут есть дорога. Мы повалились. Зэкобобус, Зэкобобус, Зэкобобус. Ай. Зэк угнал автобус. Эй. Вот про меня забыли. На это. Давайте. Сейчас мы подъедем. Марк, давай назад. Возвращайся. Еду. Зэкобобус. Мы ухо забыли. Меня забыли, и чё зэков? Они вообще круто водят. Идемте. Еще зэков забыли. Ага. Я водить не умею. Весьма обидно, но зэки тебя подправят. Блин, тут зэк, видите, как дорогу выбросил? Вообще крутой. Дайте залезть. Дайте залезть. Дорогу выбросил. Ха, крутой вообще. Погоди, давай я буду водить, я умею водить. А зэкобобусы мне будут. Управление обычно, все повороты обычно. Просто идешь, едешь. Тут еще проверим автобусе. Проверим автобус на прочность. Круто проверили. Перевернулся. Зэкобобусы, нам пора валить отсюда. Тут этот, тут будет плохо. Ё-моё. Блин, как прикольно, да? А как выбежать из этого зэкобобуса? Она насквозь прошла. У нас там еще есть дом, только дорога сильно мешает. А что вот это за кибердом, который нельзя зайти? Это, наверное, отель, киберотель, а как в него зайти? В киберотеле нету киберского входа. Обидно. Тут у нас есть еще жилые дома, вот я вижу. У них можно зайти, да? Правда? Вот в этот дом. Да. У нас тут телевизор, можно посидеть. Посмотреть. Вот так просто, да? Вот так просто. Любой челик заходит и все, и смотрит телевизор. Пришел, посмотрел, ушел. Что-то быстро мы из дома вышли. Зашел домой, посмотрел на зэгов, вышел из дома. Замечательно, живи. Там видно, окна горят, только нас туда не пускают, вроде бы. Просто зашел домой, посмотрел телек, сразу вышел. Все, замечательно, к помойке прям. Залезай, живи. Потом, тут есть брошечка. О. Сейчас а этому зэгу вроде бы грустно. Сидит один в углу. Ну, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал прямо сейчас до 3 секунды, то ему не будет грустно. Так, чтобы ему не было грустно, я ему поставлю друзей. Они не заскучают. И теперь ему будет веселее. Ага. Тут везде какая-то помойка. И есть гараж, в который вроде бы заходить не надо, потому что если посмотреть на третьего лица... Который закрыт. Ну да, закрытый гараж, логично. Туда можно войти и подняться на самый этаж. На самые последние. Вот это, блин, тут ступеньки. Ноги сломаешь. Что тут за ступеньки, чтобы ноги ломать, блин? Куда мы зашли? Operation Room. Заходим. Ой. Кажется, тут делать операции. Только не думаю, что в такой маленькой комнате это удобно. Кому операцию надо? Делаю бесплатно. За 0 рублей. А? Давай, Марк, ложись. Марк, вставай сюда. Сейчас мы тебя делаем операцию. Ложись, готов? Так, сначала нам нужно продырявить твою голову, чтобы в ней была дырка. А, погодь. Проводим опыты над Марком. Это не опыт, это лечение, ты чё? Далее включи ПВП. Ой, кажется, мне голову продырявили. Включи ПВП. Теперь нужно разрезать... Бюджетная больница. Далее берем пистолет. И убираем зараженную часть. Ой, чуть-чуть не туда. Ложись, я... Так, теперь ты... ложись. Я вижу тебя там. Включи ПВП. Одного пациента я уже вылечил. Хотя, что с ним произошло, я не знаю. Так, сначала делаем небольшую... Вот так отрежем эту часть зараженную. Далее нужно в неё стрельнуть лекарством. Ой, чуть-чуть не туда попал. Где надо вязать? Ой-ой-ой, что-то... А операция из меня не очень, надо бежать, надо спрятаться. Операция прошла успешно. Я сейчас... Да, успешно. Подождите.
О, тут, кстати, вот так на фоне, если посмотреть, тут видно кого-то вдалеке многоэтажки. Но на самом деле их тут нету. Но да. А вы где? После операции вроде бы живые должны быть. Все, я воскрес. Крутой. Куда теперь мы идем? Кстати, я тут не видел вот эту лестницу. Кстати, посмотрите на один забавный, интересный лайфхак. Смотрите, вот это дерево с листвой, да? Хотите его обезлистливать? Короче, сделать его без листвы. Да. Просто вставай и смотри, да, через стекло. И где это листва? Ну, да. Магия. Есть листва, нет листвы. Идемте наверх. Что тут у нас? О, тут, кажется, кто-то закрылся. Запертые пустые дома. Абсолютно новые. Так, залезаем наверх. Что тут у нас? О. И туда можно войти, туда можно войти. Ой, где я? Тут у нас фанера, стол, пила, молоток. Теперь выходим оттуда. Так, и куда... Настроим электричество в доме. Куда же мы теперь направляемся? Сейчас я подойду к вам. Портал. О, мы еще не были в гараже. В гараже у нас тут сидит Чил, Ажа крестик, да, молоточек, колесо и... Чил чилит на столе. Чил чилит на чилийском месте, в чилином доме, в чилийском городе. Да. Тут у нас куда мы идем? Веревки, шарниры. Этот дом, кажись, заброшенный. А почему? Кто его прогрыз? Ну, зато я нашел применение этому дому. На него можно скарабкаться. Ой. Ой. Там был стульчик, и я туда залез. Теперь я внутри этого дома. А стоп, это не заброшенный дом, это больница. Так, значит, это заброшенная больница? Жестоко. А, из-за вируса вымер весь персонал. А, понятно. Чисто, когда не одевали маску. Тут у нас везде фонарики фиолетовые, которые совсем не светят. И всегда красный цвет. Замечательно. Выйти из дома. Тут кто-то нарисовал что-то. Тут граффити. Тут домики вот такие, мне нравятся, как эти домики выглядят, именно разноцветные окна. Также тут есть еще одна помойка, везде различная жидкость, которую я бы лучше не трогал. Так, еще одна дверь, а в нее зайти нельзя, ладно. И куда тут мы... еще, тут можно посмотреть на город. Угу, и что, это получается все? Наверное, да. Опс. Небольшой. Хотите фух? Давай. Смотрите в это стекло. Вы сейчас видите елку, да? Вот елка. Я включаю ёлка. Немножко прозрачно. Пол елки. Это как? Меня видно, а елку нет. Это магия, не Хогвартса. На этом заканчивается видео про этот город. Ставим лайки, подписываемся на канал. Думаю, всем пока.